все готово к началу встречи. Ну и, я думаю, пора перейти к самому интересному. Терновский, голкипер армавирцев команды своей обороны. Итак, навес туда вратарскую. Ну, до удара поворотом доходит таки дело, но и гол. Офсайд. Не засчитано взятие ворот. Александр Топеречкин. Шилов. Штрафной пас. Ну и там немножко помешает друг другу подбиться армавира. Итак, подача в район 11-метровой. И армавирцы там отбиваются, но недалеко выбит мяч. Эдуард Сарксян. Направо передача, но и напрашивается навес. Да, и здорово, как смотрите. Консудян наносил удар поворотом. Продолжим после этой атаки. Геленджиксы мяч перехватывают. Удар поворотом, но опасности этот удар себе не таил. Все, тут заканчивается в руках капитана армавирской дружины. Вот так вот здорово на Хаустова передача, диагональ. И классно, Хаустова обрабатывает мяч. И вот сейчас здорово, но офсайд. Передача в штрафную, но здесь здорово действует Кучиев. Ну и тут должен играть Терновский, что он и делает. Практически полчаса игры позади тем временем. И сейчас здорово, Хаустов за мяч цепляется. В штрафной уже Евгений Хаустов, передача. И Топеречкину под удар, но не дают нанести удар. Наверняка опять подача последует в штрафную площадь, так и есть. И вновь армавирцы на высоте. И Георгий Терновский. Опасно сейчас может быть, и удар поворотом, но мимо цели. Армавирцы заканчивает тайм в атаке. И здорово сейчас Консудян сам себе головой пробрасывает мяч на ход. Продолжает армавирцев мячом владеть, Консудян прорывается. И удар поворотом состоялся таки, но слышим у свисток арбитра. Навес штрафную, удар поворотом и гол. Да. Открывает счет футболисты Спартака. Шилов. Так что он наверняка минутку накинет. Да вы знаете, нет. И по итогам первого тайма армавирцы пока что уступают. При целом равной игре. Навес вратарскую, удар и гол! 1-1, армавирцы отыгрываются! В самом начале второго тайма головой блестяще переправил мяч в сетку ворот Данила Грымова. Ну вот вам и ответ. Гол забивает тут после свистка Эдуард Сарксян. Подача, но тут должны разряжать обстановку армавирцы, так и происходит, все спокойно. Тем не менее, Джанкезов вновь находит момент для прострела. Ну и сейчас удар, наверное, последует поворотом, удар так и есть, но в правильном положении находился футболист Гринджика. Верховая борьба, здесь проявляет себя центральные защитники армавира. Передача эта обратная партнера не нашла, сейчас геленджикцы опасно атакуют и... Склонить итоговую чашу весов в свою пользу. И опять опасно могло быть, но не дают там армавирцам удар по своим воротам нанести. И вот замечательный сейчас момент для атаки. Консудян, Консудян рвется в штрафную. Обыгрывает голкипера и удар по воротам. Да, буквально таки из пустого створа сейчас защитник выносит мяч. Армавирцы вновь атакуют. Здорово. Напрашивается передача в штрафную, но сам рвется. Повреждение получает футболист геленджикского Спартака. Носилки, по всей видимости, требуются. Ну, чтобы не случилось, пожелаем здоровья игроку. Кульбаев. Итак, передача и удар. Да, не удалось немного подстроиться под мяч. Тем временем атакуют усилиями Малышева футболисты Спартака. Но плотно его тут вдвоем держали. Дзуцев. Передача и здорово сейчас! Саркисян! Саркисов и гол! Вот так вот! 2-1! 84-я минута, вышедший на замену 77-й номер Апрес Саркисов забивает гол.
Продолжается атака геленджикских футболистов и разряжает остановку Кульбаев. Продолжают атаковать футболисты Спартака. И вот сейчас нужно выносить, не пожарить своей штрафной. Опасная и перекладина. Потрясающий удар удался. Потрясающий сейв Георгия Терновского. 8 замен, травма, 8 минут добавлено. 8 минут добавлено. Наверное, уже не так много сил осталось, но из последних сил рвутся они в атаку. И вот сейчас опасно может быть, но офсайд. Футболистов Спартака, может быть, со второй попытки получится. И там, да, все пытаются пятками играть. И нужно сейчас тут выносить мяч из ворот. Да, и защитники, и вратарь все общими усилиями это делают. Но все игроки там, во владениях Терновского. И Терновский здорово играет, до мяча добирается. Итак, не слышим мы пока свистка в исполнении главного арбитра. Ну и сейчас вынос. И, наконец-то, финальный свисток. Дорогие друзья, поздравляем футбольный клуб «Армавир-2» с заслуженной волевой победой. В первом тайме смог отличиться Александр Тунгел в концовке. Но на этот его гол двумя разящими ударами ответили армавирцы в тайме втором. Сначала Кучиев забил, а затем вышедший на замену Апрес Саркисов.